опускай голову, Джесс. Что это за зверь? Толсторог. Не знаю, как его сюда занесло. Похоже, он от стаи отбился. Еще бей! Он боится. Да. Думаю, бури его напугали. А вообще, шут его знает. Можно выстрелю? Не-не. В такие моменты не забывай контролировать ситуацию. Пока мозг занят лишь прицелом, все твои чувства в отключке. Ты, детка, должна следить не только за зверем, но и за теми, кто охотится на тебя. Вот. Вот молодец. Скажи, что ты чувствуешь? Скоро будет дождь. Хорошо. Что еще? Не пойму. Типа стая койотов в ярдах в ста к северо-востоку? Еще серия из пяти, бей! Бей! Руки выше держи. Еще! Нет, мам, хватит. Значит, тебе конец. Вот тут тебя и убьют. Мы сами позволяем себя убивать. Ты столкнешься с каким-нибудь жвучборийцем, который сможет терпеть боль на секунду дольше, чем ты. И все, ты труп! Когда это кончится, мама? Просто поверь, чтобы выжить, нужно терпеть боль. Идти дальше, вопреки ей. Поняла? Еще пять раз. Еще пять. Пошло все нахер. Эй, не груби, София. Пап? А? Что скажешь? Пап? Ты уходишь? Охренеть! Контроль над ситуацией. Он спасет тебе жизнь. Ну давай, стреляй, пока не ливануло. Все путем? Ух ты! Ну ты даешь, Кеннета, я уж думала, из тебя выйдет фиговый. Иди ты в жопу, Артур. Так, девочки, кончайте разборки. Слышали? Чего? Это был комплимент. Заткнись. Наши девочки уже совсем взрослые. Когда только успели. Милый, в чем дело? Сейчас дождь ливанет. Скальпель. Значит, вы сестры Сибьюнсон? Близнецы. Дочери знаменитого капитана Бластовица, верно? Кроме Эбби, она друг нашей семьи. Мы знаем, что он тут был, мэм. Он здесь что-то искал. Потом помогал нам сражаться с нацистами, а затем внезапно исчез. Жак, нужен еще эфир. Жак, есть антибиотики? О, бедняжка Жак, не мой. Зачем тебе антибиотики? У него перитонит. Да, как ты это поняла? Раздутый живот, учащенное дыхание, воспаление в брюшной полости. Оно вызовет сепсис и смерть. Нужны антибиотики. Так, иди-ка сюда и помогай. Молчу. Мэм, прошу вас. Все здесь зовут меня Жужу. Вы поможете его найти, Жужу?
На вас энергоброня? Да. У нас здесь такого снаряжения нет. Стрелять умеете? Еще как. Доводилось убивать нацистов. Мэм, слушайте, мы для этого родились. Слышал, Жак, они для этого родились. Мы еще не убивали нацистов. Молчи, Артур, им это знать не нужно. Что ж, ладно. Есть у меня задание для таких ярых охотниц за нацистами. Отправив в отставку генерала Лотара Бранта, берлинские власти прислали для борьбы с парижским восстанием нового генерала. Он сейчас на борту дирижабля «Нахтфальтер». Убейте его, и мы приступим к поиску вашего отца. Как быть? Может, подстрелим его отсюда по-тихому? Ты к такому еще не готова. Промажешь! Заткнись, я готова. Так, нужно подобраться поближе. Спустимся туда. Я подкрадусь слева, ты зайдешь справа. Зажмем в углу и убьем. Блин, ты что, плачешь? Да ни хера я не плачу, у меня просто мутит. Ты засала, что ли? Ни хрена. Ну тогда вперед, мисс Бласковиц. Действуй, как папа с мамой учили. Keine Bewegung! Das wirst du noch bereuen! Ну ты как? Вроде в порядке. О боже! О боже! Его мозги мне в рот попали! Воды, дай воды! Хватит ржать! А вдруг папа ранен, истекает где-то кровью? Мы справимся. Мы найдем его. Шутишь, что ли? Как два пальца, сестренка, точняк. Помните, девочки, вы дочери мужика, который грохнул Адольфа, мать его, Гитлера. Вы рождены для этого. Ваша цель, генерал, находится в носовом отсеке дирижабля. Точно, Эпстер. Что? У меня на лице что-то?